Здравствуйте. В прямом эфире программа «События». Новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Что делать с заводским шоссе? В Самарской мэрии прошло большое совещание. 300 тысяч за неубранный лед. К борьбе против нерадивых управляющих компаний подключилась жилинспекция. Виртуальный хирург спасает жизни. Самарские медики презентуют уникальное изобретение. История о маленьком и сломленном человеке, так и не нашедшем для себя выхода. В Самарце дали премьеру спектакля «Иванов». Глава города Елена Лапушкина поручила срочно разобраться с проблемами на многострадальном заводском шоссе. Проезжая часть утопает в талых водах. Почему так происходит и почему подрядчик бездействует, выяснили на большом совещании в мэрии. Елена Малюцина тоже там была. На просторах интернета заводское шоссе уже стало предметом для мемов. Самарцы шутят, что ямы похожи на лунные кратеры, и дорога выглядит как после бомбежки. Бизнесмены тоже бьют тревогу. Говорят, доступ к предприятиям усложнен. Подрядчик, который здесь перекладывает коммуникации, обещал оставить проезд и регулярно подсыпать дорогу щебнем, но своего слова не сдержал. На наше предприятие можно попасть только в объезд через мясокомбинат, который дорога для этого абсолютно не приспособлена. Грузопоток, который весь ходил по заводскому шоссе. Глава города Елена Лапушкина поручила сотрудникам подрядной организации в срочном порядке исправить ситуацию, обеспечить проезд, засыпать ямы щебенкой и откачивать воду с проезжей части. Департамент градостроительства, который является заказчиком работ, и департамент транспорта будут за этим следить. Любая стройка, я с этого начала, несет за собой определенные ограничения. И они готовы терпеть, вот как я услышал, да, но когда абсолютное бездействие, да, когда нежелание не услышать, ни каким-то образом выровнять ситуацию, дайте людям работать, они готовы потерпеть. Глава города будет держать ситуацию на контроле. Напомним, транзитное движение по заводскому шоссе на участке от проезда Мальцева до улицы Авроры ограничили в начале февраля. По завершению всех строительно-монтажных работ здесь появится четырехполосная дорога с тротуарами, газонами, ограждениями, пешеходными переходами, ливневой канализацией, освещением. Все это сделают по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Елена Малютина, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Ледяная угроза отступает, хотя не так быстро, как хотелось бы. Задачу очистить города и села Самарской области от снега и наледи выполнили далеко не все управляющие компании. Государственная жилищная инспекция выявила более 300 нарушений, при том, что за две недели проверить успели более 3000 дворов. Что мешает коммунальщикам привести все в порядок, выяснил Олег Зверев. Ледниковый период в Самаре заканчивается. Большинство территорий, где еще недавно нужно было передвигаться с осторожностью, привели в порядок. Государственная жилищная инспекция проверила более 3000 дворов в разных городах и селах. В каждом 10-м случае были выявлены нарушения. Хотя еще две недели назад задачу особой важности обозначил губернатор Дмитрий Азаров. В Самаре глава города Елена Лапушкина лично контролирует процесс ликвидации ледяных глыб. Однако до сих пор встречаются дворы, где управляющие компании еще не принялись за дело. Здесь не убиралось вообще ни разу, ничего. Они сделали вид, они прислали один раз там трактор, который сделал видимость, вроде бы они убрали, и больше ничего. Ну а как вот вы ходите в... Как мы ходим? Мы ползаем. Этот двор по адресу улица Полевая, 88 в Самаре, остается зоной их повышенной опасности. Здесь можно получить не только травму, но и оказаться в луже. Управляющая компания ссылается на то, что у нее слишком много объектов и не хватает техники. Реакция есть, просто планово подошли к этому вопросу, распланировали, то есть, и, так сказать, завтра здесь будет произведен механизированный убор. Постараемся убрать все автомобили здесь стоящие и навести здесь надлежащий порядок. Между тем, борьба со снегом и наледью не проиграна. Проверки продолжатся до тех пор, пока не будет наведен полный порядок или все это не растает само собой. А чем больше нарушений, тем больше санкций. Государственная жилищная инспекция в очередной раз предупреждает, штраф для управляющих компаний составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Может быть комплекс событий, мероприятий и доводов, которые приводят управляющие организации, но нам с вами как потребителям, да, услуг абсолютно все равно, в каких рамках они находится. Потому что если управляющая организация взяла на себя такое бремя, взяла такое количество домов, и это ей не по силам, либо она оставляет эту работу, да, либо она ее делает качественно, потому что это ее прямая обязанность. И доводы, машины стояли, не вовремя оплатили, они здесь просто не уместны.
Несмотря на начало календарной весны, рассчитывать, что лед растает сам собой, не стоит. В регионе снова объявлен желтый уровень погодной опасности, а потому контроль за работой по очистке льда только усилится. Олег Зверев, Григорий Плешаков, события. Переправа открыта, из Самары в Рождественно начали ходить теплоходы ОМ-142, проще говоря, ОМИКи, на 2 недели раньше обычного срока. Навигацию, как правило, открывают только в конце марта. Но в этот раз все сдвинулось из-за аномально теплой зимы. На Волге образовались торосы, и суда на воздушной подушке стали часто ломаться. Местные жители сообщили, что транспорт приходится ждать часами. Губернатор Дмитрий Азаров распорядился пустить ледокол, чтобы разбить большие глыбы льда, которые закрыли вход в Рождественскую Волжку. Накануне съемочная группа «Самара-ГИС» отправилась в плавание вместе с командой ледокола «Терек». Я буду уверен, что я и туда, и обратно смогу приплыть. То есть они обычно четко по расписанию ходят, да? А с воздушными подушками? С воздушными, то есть можно туда уплыть, а обратно не вернуться. Там большой населенный пункт в Рождественно. Люди ездят в больницу, по каким-то делам, в администрацию. Все это очень серьезно. Все как в реальной жизни. Самарские медики совместно с программистами из Центра прорывных исследований изобрели программное обеспечение «Виртуальный хирург», позволяющее обучать врачей экстренным операциям. У самарского виртуального хирурга нет аналогов в мире. Неудивительно, что за последние 4 месяца его скачали более 10 тысяч раз. Уникальную программу изучила Елена Малютина. У нас сейчас будет операция виртуальной реальности. Для этого нужно будет одеть очки. Нужны будут манипуляторы, с помощью которых выбираются инструменты и, соответственно, проводим операцию. В виртуальном хирургическом кабинете все как в реальности, только без затрат на медицинские материалы. Здесь студенты-медики могут обучиться делать экстренные операции, не выходя из стен вуза. Например, трахеостомию. Чтобы спасти пациента, у врача в распоряжении считанные минуты, в течение которых он должен восстановить дыхание. Также можно освоить принципы коникотомии. Эта хирургическая манипуляция может понадобиться для спасения жизни даже здорового человека, в случае, когда в горле застрял кусочек пищи. Медики говорят, что в виртуальной реальности можно отработать правильный алгоритм действий. Я считаю, что это внесет большой вклад в образовательную программу как студентов, так и клинических ординаторов и уже врачей. Вот, потому что в условиях одного кабинета сразу несколько специалистов могут провести операцию, изучить ее и в какой-то мере освоить. И уже придя в реальную операционную, они понимают, какой этап операции, что нужно делать. В виртуальной реальности подобные операции на мягких тканях еще не проводились. Самарская разработка заинтересовала специалистов во всем мире. Во всемирной паутине за 4 месяца ее скачали более 10 тысяч раз. В ближайшее время программисты планируют завершить разработку виртуальной операции по резекции щитовидной железы. У нас полностью смоделировано и тело человека, и все реакции, которые сопровождаются во время операции. Соответственно, студент выбирает необходимый инструмент и может провести ту или иную манипуляцию. Разработчики создали и виртуальную больницу по проекту «Бережливая поликлиника». Здесь можно провести полноценный прием пациента. Сейчас мы находимся в виртуальной поликлинике. Здесь студенты-медики отрабатывают навыки ведения приема и общения с пациентами. Например, сейчас ко мне придет скандальная пациентка. Объясните, почему я должна сидеть в медчасть, когда у меня в талоне написано время? К вам заходят, кому не лень, и все по делу. Нас, пожилых, вообще за людей не считаете? Еще одна новинка СамГМУ разработана для обучения сотрудников железной дороги. В виртуальной реальности они могут научиться проводить осмотр вагонов, выявлять дефекты механизма и даже провести небольшой ремонт. В реальности сборка-разборка учебной пары происходит на базе учебного депо. Но поскольку это производственный объект, то есть там происходит реальное обслуживание реальных, соответственно, реального подвижного состава, высока вероятность травматизма, и студенты очень сложно воспринимают информацию, поскольку звуковое загрязнение присутствует. Соответственно, мы создали тренажер, который позволяет индивидуализировать процесс обучения. В виртуальной реальности проводят и психологические тесты по подбору персонала. Проверяют способность человека работать в условиях стресса. Во время выполнения тестов от датчиков ничего утаить не получится. Они фиксируют каждое движение, следят даже за зрачками человека. Работодателю это поможет узнать, насколько человек многофункционален, и даже определить склонность к коррупции и зависимостям. С
Специалисты считают, что эта разработка будет эффективна. Например, в предрейсовом освидетельствовании водителей-дальнобойщиков для того, чтобы зафиксировать замедленные реакции и в итоге избежать трагедий на дорогах, а также во многих других сферах. В ближайшее время эту разработку на вооружение возьмет одна из передовых компаний России. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Сгореть не дадут ни на отдыхе, ни на работе. Самарские пожарные, спасатели и медики провели учения, приближенные к реальным событиям в детском санатории «Юность» Красноглинского района. Во время тренировки никто не пострадал. С места событий Сергей Кизоркин. Детский санаторий «Юность» оборудован современной противопожарной системой. Даже при минимальном задымлении срабатывают датчики, и сигнал автоматически поступает в центр МЧС. При подтверждении, что здание горит, на место выдвигаются спасатели. На детей 15 сотрудников. Есть информация о наличии людей внутри здания. 1-38. 38-й, я 58-й. Ответьте, прием. На объекте находится 60 детей, 58 взрослых. Вышли 60 детей, 56 взрослых. Двоих человек нет. По легенде произошло задымление на участке. И я, то есть, не успел подняться на личных, точнее, не успел спуститься, остался на личных. Выводили в страхующем мешке спасаемым, то есть с подачи кислорода. То есть там не то, что бессознательное, состояние, так сказать, полукоматоза. Дали кислород. Сейчас сделаем кардиограмму, посмотрим, нуждается ли в госпитализации дальнейшей, да. Оказание первой помощи, да. Отсортировать больных, посмотреть, кому в первую очередь надо оказать помощь, кому вторую. Учения происходили у нас неоднократно, поэтому, в принципе, все сработали слаженно, в составе «Королла» приехали. Увидели, что в окне третьего этажа находится человек, просит о помощи. Залезли по автолестнице на третий этаж, помогли ему спуститься по лестнице, передали карете скорой помощи. Навыки все набираются постепенно, опыт. Молодежь сейчас пришла тоже, которых тоже обучать надо, тоже показывать, учиться на своих ошибках. Все отработано на должном уровне, я считаю, как бы люди справились с поставленной задачей. По легенде, пожар был повышенной сложности, поэтому привлекли 14 боевых расчетов. Это более полсотни человек. Такие тренировки для спецслужб проходят регулярно, не реже одного раза в квартал. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. В нацпарке «Самарская Лука» нашли 9 трупов диких кабанов. Они умерли от африканской чумы свиней. Это уже пятый очаг в Самарской области. До этого животных, зараженных чумой, обнаружили в Красноярском и Кошкинском районах. Источником вспышки африканской чумы свиней стало хозяйство в селе Новый Буян. Фермеры оштрафовали на 1000 рублей. Кроме того, уже уничтожено несколько сотен домашних животных. В Самаре закрыли кафе «Отравляющее воздух». Его деятельность приостановили на 90 суток. На заведение, расположенное в многоквартирном доме, жаловались его жители. Исследования воздуха показали, что содержание формальдегида в комнатах из-за работы кафе превышает допустимые значения в 2 раза. Кроме того, уровень шума в квартирах из-за вентиляции также превышал норму. Сейчас помещение общепита опечатано. Сегодня Московское шоссе будет перекрыто из-за матча «Крыльев Советов» с Оренбургом. Речь идет об участке дороги от Волжского шоссе до улицы Дальней. Ограничения будут действовать с 17.30 до 23.30. Кроме этого, весь день на указанной территории будет запрещено парковаться. Власти сделали исключение для машин пожарных, медиков, спасателей, полицейских и общественного транспорта. Кроме этого, для болельщиков откроют южную парковку Самара-арены. Бесплатно заехать на ее территорию можно будет в любую зону, кроме R1 и R6. Напомним, сам матч 20-го тура «Крылья Советов Оренбург» начнется в 19.30. В Самарской области решили перейти на новый формат оплаты капремонта. Теперь собственники могут получать квитанцию в электронном виде на адрес своей электронной почты и оплачивать его, не выходя из дома. При этом цифровой вариант равносилен бумажному, говорят в фонде. Для того, чтобы начать получать электронные квитанции, необходимо с заявлением обратиться в любой из пунктов приема граждан. Образец опубликовали на сайте организации. История одиночества глазами маленького человека. В Самарте состоялась премьера спектакля «Иванов». В основу легла пьеса Антона Чехова. Как выглядит классика в современном прочтении, увидел наш корреспондент.
Я взвалил на себя ношу, от которой сразу захрустела спина и потянулись жилы. Так рассказывает о своем прошлом главный герой спектакля «Иванов», премьера которого состоялась в Самарте. Это история маленького и одинокого человека. Главный герой постоянно живет в долгах среди мошенников и пьяниц. Заботится о больной жене, имея при этом любовницу, и не видит в жизни никакой радости. Был человек, который фонтанировал идеями, он за все брался, ему хотелось перевернуть мир. И вдруг в какой-то момент пропало желание, и он ничего не может с этим делать. Чтобы актеры могли вжиться в роль дворян, скучающих в своем поместье, режиссер отвез их на неделю в Ширяево. Там они проживали жизни своих героев под их именами, окруженные бытом, описанным в пьесе. В общей сложности к постановке готовились 5 лет. Ждали, когда откроется новая сцена «Самарта», которая подчеркнет своим масштабом минималистические декорации. По сути, на сцене перед зрителем предстает древнегреческий амфитеатр. Реквизита почти нет. От действия к действию постановка становится жестче и динамичнее. Первый момент был разговор о греческом театре. Ну, я построил такой греческий театр, но похожий на амфитеатр нашего старого ТЮЗа, учебной сцены на Маховой. В спектакле звучат отсылки к другим произведениям Чехова. Изменена и часть оригинальных реплик героев. Из постановки ушли размеренность оригинальной пьесы. Это для того, чтобы усилить высказывание и сделать его иногда прямым, иногда предельно ясным, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что мы к этому не имеем никакого отношения. Это круто, на самом деле, это мне очень нравится. То есть постоянно что-то мелькает на сцене, почти никогда нету провисаний. И вот мне кажется, так и нужно ставить классику. Чехов в том числе. Как говорится в пьесе, люди рождаются, едят, спят, умирают. А развиваться, строить отношения на искренности и на развитие очень тяжело. В конце пьесы главный герой погибает. В театральной постановке гибели как таковой нет. Она показана очень метафорично. Грустный финал не разрешает поставленных в начале спектакля вопросов. Каждый зритель может ответить на них по-своему. Мария Елчан, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Первый парад далекого 41-го года в Самарском техническом лицее вспоминают каждый день. Знаменитому историческому событию посвящен целый музей. В нем можно увидеть патроны, награды и документы участников Великой Отечественной войны. Многие экспонаты собирают сами школьники. Уже 8 лет они выезжают на раскопки. В хранилище артефактов побывала Мария Елчан. Документы, уникальные фотографии и образцы военной формы периода Великой Отечественной войны. Свыше 500 экспонатов военного времени. Путей дорог прошла немало. Со мной солдатская шинель. Ах, сколько раз ты выручала. Меня солдатов дождь, метель. Ползла в ночных душистых травах, купалась в водах и пыли. Мой пот себя не раз бирала, и запах пороха, земли. Твою заботу ощущал я в походах летнюю порой, когда ты скаткой обнимала, как будто девушка рукой. Музей боевой славы появился в техническом лицее 9 лет назад. Открытие приурочили к юбилею проведения военного парада 7 ноября 1941 года. Это историческое событие и стало главной темой хранилища артефактов. Экспозиция музея рассказывает о подготовке и проведении парада. Здесь представлены и макеты оружий, например, винтовки Мосина. Большое количество людей, призванных в армию, никогда не держало в руках оружие. Винтовка была очень проста в использовании, имела простой механизм и работала при любых температурных условиях, что повышало срок ее службы. Ученики и педагоги занимаются исследовательской работой, и они собирают воспоминания ветеранов и участников парада. Важен каждый человек, который участвовал в параде. Наша задача, в общем-то, чтобы каждый из этих людей не просто какими-то там абстрактными были бойцами, там, которые вот прошли по площади. Мы стараемся узнать побольше о каждом. Вот, тут и разные пути, тут и поиски и в интернете, и, в общем-то, с родственниками мы налаживаем связь. В музее проводятся уроки мужества, кинолектории и экскурсии для учащихся всех школ города. Ученики лицея ежегодно выезжают на раскопки, ищут артефакты военных времен, которые потом становятся экспонатами музея. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.
Масленичные гуляния в самом разгаре, у каждого дня свое значение. Сегодня, например, теща идет на блины к зятю. Всю неделю принято угощаться яствами и веселиться. Уже ближайшее воскресенье будет прощенным. Широкая Масленица состоится на площади Куйбышева, там проводят зиму. Мария Левина ответила блинов на народных гуляниях на Крымской площади. Сегодня пятый день Масленицы, когда каждый уважающий себя зять ждет в гости тещу на блины. А на по-настоящему народной Крымской площади развернулись нешуточные гуляния. Павел Титов зять ответственный. Говорит, для любимой тещи готов и сам приготовить яство. Тем более на тещины посиделки. А тещу будете сегодня встречать? Я думаю, что да. Готовы? Все, блины готовы. Закваска готова, блины сделаю. Это реальное место притяжения людей, причем людей очень разных. Разных возрастов, уровней, где им тут всегда интересно, приятно находиться, общаясь друг с другом. Каждый день Масленицы имеет свое значение. В пятницу зятья отдают дань тещам, которые встречали их с угощением в среду. На тещины недели в среду пекла зятю блины. Отлично, мы очень рады, что нам поставили такую шикарную площадь. Очень довольны, все время мероприятия проводятся. Ну, шикарно просто. Подходите на блины! Идемте. Главный символ праздника – Масленица. Раньше чучело, которое символизирует зиму, сжигали в прощенное воскресенье, последний день праздника. Теперь правила изменились, от огня решили отказаться, но только не от веселья. Эх, Масленица, широкая, гуляем! Конечно, тянет, можем сейчас в пляс пойти. Отдыхаешь душой и приятно тут находиться. Преславянская Масленица отмечалась в день весеннего равноденствия, когда день окончательно отвоевывал у ночи преимущество. Это время приходилось на начало весны. В средней полосе световой день увеличивается к концу марта, но праздник не перестал быть актуальным. Праздничное настроение отличное, и мы как в сказке. Мечтали о ней и говорили вам раньше, и мы также не нарадуемся никак. В сказке жители железнодорожного района оказались в 2019 году. Именно тогда Крымская площадь превратилась в место притяжения самарцев и стала одной из визитных карточек города. Здесь начали проводить различные праздники. Благоустроили площадь по программе формирования комфортной городской среды. В проекте реконструкции участвовали сами жители. Их мнение учитывали в первую очередь. Мы видим обратную связь от наших жителей, что они действительно очень довольны нашей Крымской площадью. В первый день весны, 1 марта, всех жителей города ждет широкая Масленица на площади Куйбышева с 12:00 до 17:00. Проводы зимы с традиционными народными забавами, ярмаркой мастеров, блинным шоу и яркой творческой программой. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Бокс, футбол и Масленица. Самым главным спортивным поединком на этой неделе для самарцев стал бой боксеров Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Информацию о поединке чаще всего искали самарцы в последние дни, по данным Яндекса. Бой завершился безусловной победой Тайсона. Тот дважды отправил соперника в нокаут. Также самарцам были интересны новости о Лиге Европы. Но главной темой запросов горожан стала Масленица. Аналитики Яндекса посчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов. Выяснилось, что самарцам лакомство обходится дороже, чем жителям Казани и Москвы. 30 блинов будут стоить 108 рублей, причем больше половины этой суммы приходится на молоко – 61 рубль. В Москве такое же количество блинов обойдется на 3 рубля дешевле. Жители Перми, Уфы и Екатеринбурга потратят на блины меньше 95 рублей. Хорошее настроение, море позитива. До начала фестиваля открытия 15-го сезона игр официальной лиги КВН «Самара» остаются считанные минуты. Елена Малютина в прямом эфире расскажет с места событий. Одна из лучших идей хорошо провести пятничный вечер – это прийти на официальное открытие 15-го юбилейного сезона официальной лиги КВН «Самара». Зрителей ждет 2 часа искрометных шуток и тонкого юмора. На сцене 25 команд со всего региона, а значит, скучно точно не будет. Впереди танцы, песни и море шуток. Участники очень волнуются, ведь оценивать их будет строгое жюри. В его составе признанные КВНщики. Как прошла игра и какая команда окажется самой искрометной, мы расскажем в наших следующих выпусках. Ну а на этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагист» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам, увидимся.